Высшего мирового признания удостоены советские физики Игорь Там, Илья Франк и Павел Черенков. 26 лет назад Черенков, тогда аспирант академика Сергея Вавилова, обнаружил, что голубое свечение гамма-лучей радия в жидкости – необычная люминесценция. Через 3 года после этого Там и Франк, тоже вавиловские ученики, истолковали излучение Черенкова-Вавилова через свойства электрона, движущегося со сверхсветовой скоростью. Ученые вместе экспериментально подтвердили свою теорию. Свечение было настолько слабым, что его можно было наблюдать лишь в абсолютной темноте, на пороге чувствительности глаза. Поэтому ученые сутками не показывались на белый свет. В 1946 году Вавилов, Черенков, Там и Франк за эту работу получили сталинскую премию. Вавилов в 1951-м умер, а Нобелевская премия посмертно не присуждается, и новую награду теперь получают втроем. Нобелевскую премию вручает король Швеции советским ученым Павлу Алексеевичу Черенкову, Илье Михайловичу Франку, Игорю Евгеньевичу Тамму,